महाराज जी मैं तो सुना नहीं हूँ Хочешь? Я могу подъехать. Давай, да, вот смотри, можно подъехать туда поближе. सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म विष्णु पाद स्तोत्र प्रताप विष्णु भक्ति वेदांत और माधव महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि गंध प्रणाम करता तत्पश्चात श्रीपाद परमेश्वर प्रभु के चरण कमलों में हम भक्ति वेदांत और विष्णु पाद स्तोत्र महाराज के चरण कमलों में Прежде всего, предлагается смиренно. Мурари Прабху говорит прежде всего. Я предлагаю свои смиренные поклоны моему гуру Шри Вамана Гусай Махараджу. Позавчера и вчера мы были особые дни. Мы слушали о славе вайшнавов. Мы слышали, как они делали, совершали свой баджан, как они показывали пример. Особенно вчера. Мы слышали о Шри Шри Рупа Сиддханте Гусай Махараджа. Мы слышали о том, что он был бесстрашен. Как этот путь бхакти, этот путь следования. Его нельзя. Ты не можешь быть независимым на этом пути бхакти. Карма и гьяна — это независимые пути, но бхакти — это путь под руководством, потому что бхакти следует из бхакти. Итак, первое анга бхакти — это быть под руководством. बहुत ही उत्साह रहता है वैसे ही वैष्णव की तिथि भी होनी चाहिए और वैष्णव की तिथि हमारे लिए भगवान की तिथि से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस मार्ग से поэтому для нас не явление прихода Вайшнава гораздо более важны, чем не явление Кришны, Вишнудаты. Потому что мы стараемся идти по их стопам и обрести Кришну. Поэтому для нас это особо благоприятно. Мы слышали о славе Вамана Гусай Махараджа. Нам
ऐसा स्थिति कब आएगी, ऐसा विरह हमारे अंदर कब प्रकट होगा, ऐसा विरह जब होगा जब हमें प्लाकल. ये अनुभव होगा कि क्या चीज वो देखे गए, क्या चीज हमें दिए हैं. Мы, нам нужно стараться понять, какое сокровище Гуру Варга оставила нам. Особенно, когда они уходят, ачарьи уходят, мы понимаем, начинаем понимать, что мы потеряли. Все по их милости. Так говорится в Писании. Служить Гуру, служить Вайшнавам. Кришна становится подконтрольным. То есть нет другого способа контролировать Кришну, подчинить Кришну, кроме как своей любовью к служению Хари Гуру Вайшнавам. Ты можешь быть грехасхой, либо отреченным. Либо стараться обрести знания, но нет большего пути, как обрести его, как служить Вайшнавам, служить Гуру, служить Вайшнавам. Кришна об этом сам говорит, это является самым главным, потому что что происходит, когда человек служит Гуру? Сиддханта проявляется в сердце. Мы можем постараться сами, самостоятельно следовать, но узнать смысл шастр, но это очень сложно, независимо. И даже если мы что-то поймем, то все равно это долго в сердце не останется. Только по милости, по их милости, мы сможем что-то сохранить в своем сердце. Санджай Прабху говорил, как понять, кто обрел милость Гуру, а кто нет. Кто-то может сказать, я был с Гурудевом так долго, служил ему так много. Но мы можем видеть, что этот человек мог не следовать наставлениям. То есть они не проповедуют, они не рассказывают харикатху. Но все, что в другом человеке, который по-настоящему служил гуру, мы видим, что он выполнял его наставления. И поэтому все наставления гуру, да, проявились как качество ученика. Мы видели, как Вайшнава Виссанакханти Госвами Махарадж, как сильную веру он имел Прабхупаду, повторяя его имена и плача. Когда мы... Когда мы осознаем, кто как бы охраняет Бхагавана, по чьей милости приходит Бхагаван, то мы естественным образом примем прибежище у них. Однажды Прабхуджи рассказывал шлоку по этому поводу. Кто-то по-настоящему предан, даже встречая очень много препятствий, его природа не меняется. Гане ко, ап, житна чаваеге, утна и мишна санта. Жесе,
Чем больше вы трете сандаловую пасту, тем больше запаха. Чем больше вы сахарный тростник пьете, тем больше сахарного сока вы сможете добыть. Чем больше вы набиваете золото, тем оно чище становится и красивее. Таким же образом, садок, чем больше препятствий он встречает, тем больше преданность его проявляется, тем более преданным он становится. И Шубстанти Гусай Махарадж, он был бесстрашен, как он разгромил философию Вивекананды бесстрашно на этом собрании. Потому что у него была полная вера, что Бхагаван защитит его. И он никогда не шел на компромисс с Сиддхантой, с точки зрения Сиддханты. Слышали, как он нарисовал много, как красиво украсил храм, свои храмы, барельефы, диаграммы и так далее. Эти вещи описаны в Гарга Самхите, как вход должен быть украшен храм, как вообще храм должен быть украшен. Мы поклоняемся божествам, сделанным из дерева, из камня, металла. Но, допустим, божества не установлены, не прошла пран-пратиштха, церемония установления. То есть, если не было церемонии установления божества, мы, конечно, как бы заботимся о божествах, там, моем их, одеваем, предлагаем Богу, но не, как бы нет таких строгих правил, которым нужно следовать, как тем божествам, которые прошли пран-пратиштху. Если Бхагаван может проявиться через металл или дерево, то он точно может проявиться и через диораму, барельефы. Таким образом, вот эти изображения, которые в храме, мы им поклоняемся тоже, но не следуем полному процессу, как божествам, установленным в храме. Потому что и поэтому мы должны следовать, стараться следовать пути, которые он указал, то есть тому образу жизни, да, святой жизни, которую он вел. Если кто-то следует по его стопам, к примеру, его жизни, то нет сомнений, что человек обретет бхакти. Так же, как Махапрабху освободил Джагай Мадая, जिस रास्ता में
они были, до этого они были полностью как бы погрязшие в грехе, интоксикации, всякие там разбой. Люди боялись ходить по той же улице, где они находятся. Люди боялись их очень. कलकत्ता में चार पांच उसका दुकान है, है? चार पांच उसका के कपड़ा का दुकान है, एक जो ये होता है ना तरह तरह का जो पकौड़ा तरह तरह का जो ये मुड़ी फुड़ी उधर की दुकान, और ऐसे चार पांच उसका दुकान है, बड़ा पैसा वाला माल दर पाटी है। लेकिन राजनी स्टोरी पैंतीस स्टोरी कलकुचे है, जब वो बोलता जब मैं शराब दुकान में घुस जाऊँ ना और जितने शराब में भाग जाएंगे मेरे को, और जब शराब का समय आ जाएगा какой-то человек тоже, ну, многих историй говорит, один человек, вот, когда, допустим, он был алкоголиком, когда он приходил, ну, разбой, в общем, дебоширом, когда приходил в пивной магазин, то все оттуда убегали просто. Ну, он заходил в бар, напивался, начинал бросаться стульями. И все люди оттуда убегали из этого бара. Однажды человек приехал в Навадвипу. Ну и вот он как бы тоже был под градусом, и как только услышал, что тут там музыка, мриданг, караталы, ну, тоже начал танцевать. И вот так пошел в этой процессии, пришел в храм. Ну, там 100 рупий пожертвовал пуджаре. Пуджаре ему одел эту... Там на божества была красивая гирлянда, и пуджаре отдал эту гирлянду этому человеку. Прохлад Махарадж говорит, что только по твоим, с помощью твоих, твоего просада, остатков, да, предложенных тебе вещей, то я как бы одолею Майю. И этот человек, который дебошир, алкоголик, он поменялся быстро. Принял дикшу. Он пришел, сказал, я хочу дикшу. Ну и гуру спрашивает, а ты где живешь? Я живу в Калькутте. И тогда ты взял его адрес, гуру взял. А он... И он спросил, гуру тоже жил в Калькутте, говорит, взял адрес гуру там, попросил о дикше, а гуру говорит, ну вот есть 4 регулирующих принципа, которым тебе нужно следовать. Тебе нужно стать вегетарианцем, нужно ставить интоксикации, законные отношения. Незаконные отношения с противоположным полом и азартные игры. Ты можешь тому следовать? Гуру спрашивает. И мой Гурдев, он как бы был большой по размерам. Нога его была больше, чем мое тело. И его голос был очень громким и сильным, как у льва. Люди, когда просто видели его, они удивлялись. И тогда Гурдев спросил, тот человек, ты пьешь? Тот говорит, да.
हाँ बोतलें तो बोतलें खराब 3-4 किलो मांस एक साथ में खाता हूँ, फिर जाकर मेरा पेट दर्द बंद होता है क्योंकि ये говорит, когда я напиваюсь, я начинаю дебоширить, все разбегаются из бара. पेट में जंत्रणा होता है, जब जाकर पीता हूँ खाता हूँ जाकर सही होता हूँ. मैं छोड़ूंगा Если я не пью, не ем мясо, то у меня как бы в животе дискомфорт, боль. И поэтому я должен просто пить. И Гурдев говорит, не волнуйся, ты просто начни повторять святое имя. И старайся, как бы перестань пить, мясо есть, и начни повторять святое имя. И со своей женой вместе лучше это делай. Твоя жена тоже пусть примет харинаму и вместе совершать садхану. И ты не должен есть пищу, которую приготовил тот, кто не получил дикшу. Поэтому ты сначала отправляйся убедить свою жену, и потом вместе приезжайте, получите дикшу. И он пришел, жене своей рассказал об этом. Жена сразу расстроилась. वो अच्छे से बड़े पड़ा रहता था शराब पी करके. फिर सवेरे होने पर जब शराब का नशा कम होता था उसकी पत्नी खोलती थी. हाँ ना однажды напился и приехал домой. Жена не пустила его домой, и он остался там спать. И когда он сказал, я хочу харинаму дикшу, и он тогда говорит, я хочу вообще харинаму получить, хочу мясо оставить, алкоголь, она обрадовалась. И это же очень сложно для людей, которые привязаны к алкоголю, к мясу, оставить это все. Но Гурудев один раз ему сказал, ты должен это оставить. Тот очень сильную веру имел в Гурудева и сразу оставил это. Он говорит, что у меня как бы, я не могу не пить и мясо не есть. Так же вот, так же как, помните историю с Рамануджачари, с этим борцом, который Рамануджачари освободил этого борца, Дарма.